Итак, ребятки, всем привет! Это мой вечер. Сейчас вам покажу, чем же я пользуюсь вечером, когда купаюсь. Вот. Ну что, погнали, Барс? Барс просит вечно ко мне, но он побаивается немного. Ничего никак не осмелится. Время у нас сейчас 19:56. Вот. Детское время. И всегда почти в это время я купаюсь. Первое, что вам хочу показать, я пользуюсь таким вот гелем для душа. Вот. Он с манго, он очень вкусно пахнет. Вот. Очень прикольный. Далее я заказываю на Озоне вот такой вот очень прикольный шампунь. Он стоит 130 рублей, он очень-очень хороший, но 130 рублей, вообще, по сути, он стоит 250 рублей, но мне повышил он по скидке еще месяц назад, и мне его хватает на 2-3 месяца, потому что я не только чисто этим пользуюсь. Вот, я просто взяла его на пробу, если не понравится, я его дам маме, и, как вы видите, вроде бы нормальный. Вот. А далее, как вы уже знаете, я пользуюсь вот таким вот скрабом. Далее у меня есть вот такая вот красивая фиолетовая мочалочка. И, конечно же, сейчас вместе с вами я специально добавила так мало воды, чтобы вам показать, как этот гель для душа хорошо пенится. И после видео просто я не стала сейчас... включать, оставлять включенную воду, потому что сейчас будет очень шумно, и придется очень громко говорить. Вот. У меня, в принципе, никто не спит, но все равно. То есть этот гель для душа очень хорошо пенится, пахнет манго, вот, и потом все ваше тело тоже пахнет абсолютно прикольным запахом. Вот еще раз оставляю вам на обложечку. Ставьте на паузу, читайте, рассматривайте. Его я не заказывала, его я покупала в нашем магазине. Ну, в общем, как-то так. Всем пока!